Ты мне карту отдай и выйду. Карту, блядь, отдай. Господи. Карту отдай. Не карту, блядь, отдай. Слушай, не мой, если она не проходит, у меня не его карты. Не его карты? Нет. Вышел отсюда! Вышел ты отсюда! Накануне в социальной сети появилось видео, как водитель рузаевской маршрутки силой заставляет выйти из автобуса молодого человека. Суть скандала можно понять из отрывков диалога, который снимала одна из пассажиров. Скорее всего, водитель заподозрил, что социальная карта, которая почему-то не проходила по оплате, юноше не принадлежит. Поэтому он решил ее не отдавать. Молодой человек уверял, документ его стоит только прочесть имя на пластике. Но вместо этого 60-летний водитель начал тащить юношу за волосы на улицу. Моя в том-то и дело. Ваша? Ну прочитайте. Мне карту отдали, мне отца нету. Из-за этого карту сделали мне. Мать! Да, блядь, пожалуйста, я тебя умоляю. Вот, блядь, сделай, дай карту. Никакие увещевания на водителя не действовали. Впрочем, пассажиры автобусов скандал тоже предпочли не вмешиваться. Карту мужчина не отдавал и еще несколько раз ударил молодого человека. После последнего удара юноша упал. Следственным отделом по городу Рузаевка Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия организовано проведение процессуальной проверки по сообщению, размещенному в социальных сетях. Согласно размещенным данным, 14 января текущего года в городе Рузаевке водитель автобуса ударил подростка якобы из-за того, что тот пытался расплатиться чужой социальной картой за проезд. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. Мы связались с заместителем директора по перевозкам, который обслуживает этот маршрут. Общество с ограниченной ответственностью «Автомобилист» принадлежит семье Сотовых, но прокомментировать действия одного из своих водителей руководитель не смог. Как уточнили в городской администрации Рузаевки, после шокирующего видео перевозчика вызвали на разговор. Ходят слухи, что водителю грозит увольнение. Зато после происшествия к мужчине возникло много вопросов у прокуратуры. По предварительным данным, 14 января текущего года в салоне маршрутного автобуса на остановке Кирзавод города Рузаевка после неудачной попытки подростка расплатиться за проезд социальной картой, водитель транспортного средства отобрал ее и попытался вывести юношу из автобуса, применив к нему физическую силу. В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению законодательства о правилах перевозки пассажиров, об охране жизни и здоровья несовершеннолетнего. А вот в социальных сетях рузаевцы рассказали, что водитель и мама юноши пришли к соглашению. И она даже написала расписку, что претензий к агрессивному мужчине не имеет. Но подтверждения этому пока нет. Наталья Тюрина, «Наши новости».